15 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия в ближайшее время будет положено на одну из самых оживленных улиц микрорайона Речица – улицы писателя Смирнова. Еще вчера здесь шли работы по снятию верхнего слоя асфальта, а уже сегодня работники ДЭП приступили к началу процесса укладки нового дорожного покрытия. Темпы ускорены, и это обосновано. Коррективы внесла дождливая погода. Но качество работ никто не отменял. Работы ведутся с привлечением подрядных организаций. И мы планируем их закончить в течение следующей недели, если погодные условия нам позволят. Работа на ремонтируемом участке в буквальном смысле кипит. Пневмокатки следом за асфальтоукладчиком мгновенно разравнивают еще горячий асфальтобетон, превращая его в ровную гладь дороги. Ремонтники справятся в срок. Тому свидетельство уже появившиеся очертания нового дорожного покрытия. И совсем скоро его опробуют автолюбители. Укладывается, в принципе, самый хороший на сегодняшний день асфальтобетон и там щебеночно-мастичный, который срок службы которого довольно-таки, по сравнению с другими марками асфальтобетона, более большой. Он более устойчивый к нагрузкам, перепадом температуры, поэтому надеемся, что это покрытие должно прослужить достаточно долго. Применен асфальт типа ЧМС, с большой фракцией щебня, 5,20. Раньше мы делали 5,10, укладывали асфальт, применен 5,20. Такой тип асфальта данная организация Steam укладывает в России. Там как бы он востребован, лежит более долго и более прочно. И вот решили здесь его тоже применить, этот асфальт. Для ремонтируемого участка качество покрытия наиболее актуально. Ведь помимо легкового транспорта по улице Смирнова регулярно проезжают большегрузы. Неподалеку находится погранпереход Козловичи. Есть надежда, что новое асфальтобетонное покрытие выдержит все нагрузки.